Чувашия сохранила свои позиции в рейтинге лучших регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников. В этом году в заключительном этапе интеллектуальных соревнований принимали участие 58 ребят. С наградами вернулся каждый второй ученик. Сегодня победителей и призеров чествовали в Доме правительства. Место в президиуме круглого стола Никита Гущин занял не случайно. В этом году ученик гимназии номер 5 стал единственным представителем региона, которому удалось завоевать золотую медаль на всероссийском этапе олимпиады. Победа, говорит он, залог усердной подготовки. Ему не было равных в вопросах по истории. Именно, мне кажется, в нашей школе хорошо продуман режим работы с такими детьми, олимпиадниками, что создаются все условия именно по учебе, чтобы особо не беспокоили, не мешали готовиться. Потому что, когда ты фокусируешься на каком-то одном предмете, могут, ну, я знаю ситуации в других регионах, например, возникают у многих проблемы там с справляемостью по другим предметам. Ребята уверяют, что завоевать медали на Всероссийской олимпиаде довольно непросто. Ведь за победу борются ученики со всей страны, которые также прошли через сито региональных этапов. Я искренне благодарен вам, уважаемые чемпионы, победители, призеры, то, что на федеральном уровне, участвуя, представляя, показали свои знания, и не только. Кроме этого, очень многое вы получили для самореализации в этой жизни. В числе призеров этого года 20 представителей Чувашии. Наибольшее количество наград ребята получили на олимпиаде по ОБЖ и физкультуре. Готовиться к ней приходилось не только по учебникам, но и в спортзале. Мне очень понравилась эта олимпиада, так как на протяжении ее я познакомился с многими ребятами из разных регионов России. Также получил уйму положительных эмоций и опыта, которые, надеюсь, мне помогут в будущем. Впервые за многие годы школьники республики завоевали награды на олимпиаде по географии. Для победителей и призеров интеллектуальных испытаний открыты все двери. К примеру, они могут поступить в любой вуз без экзаменов. Наша государственная приоритетная политика в сфере образования, она была направлена на вложение инвестиций в интеллектуальные способности молодого человека. Этими вопросами мы занимались и занимаемся, и по расходной части отрасль образования у нас имеет значимое место. Чтобы растить будущих чемпионов олимпиад, в республике намерены создать специализированный центр. Будем привлекать и наших хороших учителей наставников, и других сил для того, чтобы вот эту базу сделать действительно системной. Глава региона пожелал ребятам новых побед. Призерам и их наставникам вручили благодарственные письма. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.